Юго, всем привет! С вами енот, и до нас уже кто-то докопался. Кто вы? У меня для вас сообщение. Если вы переживете встречу, то можете поговорить с моим боссом Альфа 3Б. 3Б Альфа. Надо не забыть, что нужно туда сходить. Ну, давайте поразбираемся. А ты кто вообще? А? Собака, стой! Ловим! Чё так больно-то? Нет! Хватит меня бить! Так, стойте, Альфа 3Б, это где? Альфа 3Б. Далековато, но полетели. Топливо у нас максимум, мы до тут доберемся точно. А вот назад уже не знаем. Ну, разберемся. Но все туда, все равно туда надо каким-то макаром попасть. Это наши союзники, возможно, в будущем. А возможно, нет. Я бы, конечно, еще по планетам полетал бы, поизучал их. Это прикольно. Кстати, а в той части космоса там это не были. Может быть, с Альфа-3Б туда пронесли, если мы дотянем. Найти бы вчера этот торговый кораблик. Надеюсь, у пиратов будет чем поживиться. Пусто, никого не вижу. Вон он где-то есть. Альфа-3АБ, а, это уже точка. Ну ладно. Так, есть три точки. С кораблем я не знаю. Давайте с ним состыкуемся, узнаем, что. На холостом ходу давай к ним. Приветствовать. Давайте поговорим с вами. Так, время, время есть. Сюда, сюда, возможно, чуть-чуть. Так, вы реально пришли? Возможно, вы тупее, чем выглядите. Ты? Нет, это вряд ли. Приятно познакомиться. Okay. Ладно. Что вы хотите? Ну, много всего. Месть, пьянки, еще месть. Но сегодня это деньги. На самом деле, чаще всего это деньги. Меня наняли, чтобы вас убить. Это хорошие деньги, я вам советую. Если бы я не говорил, понимаете ли вы с вами. Но я беру деньги только, когда дело сделано. А вы не умирайте, просто отказывайтесь. Я уже третий теряю счет своих парней, которые мне пришлось отправить приказом вас размазать. Итак, полагаю, стоит сделать вам предложение. Вы заплатите мне больше денег, при этом моей работы не будет вас убивать. Моя работа будет вас защищать. Подожди. Ты менмаг. Тебя наняли убить нас. Не все инопланетяне одинаковы, приятели. Особенно, когда речь идет обо мне и других менмагах. О, они любят стрелять и любят убивать немного. Но не столько. Не настолько. Они считают то, что я делаю, немного неизящно. Блин, быстро. Куда бы они не переехали. Так, еще раз. Ладно. Кто тебя нанял убить? Я бы уже ужасный наемник. Просто, блин. Во-вторых, нельзя никому говорить, кто тебя нанял. Да ладно. Это все для детишек. Это ты поздал? Ладно. Сколько нужно заплатить, чтобы тебя нанять? Да, итак, я просто отправлю вам необходимые документы. По рукам.
минус 10 тысяч. Wow. Ого, браво. Well, good for you. Okay, then. Звездная база. Ладно, я присоединюсь к вашему флоту. На ближайшей звездной базе. And, ну и, конечно, мои ребята все больше не беспокоят вас своими нападениями. Я их прямо сейчас отзову. А, то есть теперь мне надо будет нехватку кораблей, которые я буду в боях терять, на звездных станциях нанимать. Надо будет поразбираться, как это будет. Ладно, ладно, ладно. Неопознанное строение, ну пошли. Черт! Что это? Капитан, здесь какие-то руины. Они немного напоминают земные дома. Еще тут есть маленькая космическая... маленький космический корабль. Чуть больше нашего челнока. Похоже, его сбили как раз в тот момент, когда он пытался взлететь. Посмотрим, получится ли запустить его компьютер. Понятно. В общем, название этой расы — Катачи. Они были подданными империи Скраев, насколько можно судить. Ну, где-то недовольно и безобидно. А потом на них кто-то напал. Не Скраевы. Но корабли у них были Скраевские. Кстати... были абсолютно к тому готовы. Едва ли они вообще поддерживали достаточно долго, чтобы понять, что посмотрим, найдется ли тут что-то ценное. Супер нагнетатель чернока. Ай-яй-яй. Вот собаки. Все. Я могу вернуться назад, а могу жахнуть сюда. Полетели, я должен знать что-то. Надо часть флота поубивать, который мне нафиг не нужен. Хотя можно было еще сюда заскочить, ну да ладно. Из-за чего нас на землю отконвоируют, мы там разберемся, кто нам нужен. Заодно и людей пополним. Так, с пиратами разобрались. Сейчас разберемся и с остальными. Так, что у нас тут? Самый далекий край. Левый. Вот чей-то кораблик. Офигеть, то есть можно сюда скачать, сюда-сюда. Ну, полетели. И еще мне нужен вторик какой-то. Я забыл, как он называется, но давайте глянем на парочки этих планет. Это планета? Почему я могу просканировать снаружи? Нет, газовый гигант. Ну-ка. Где мне добыть этот вторий, как он там называется? Это Стикайл? Стой, я с тобой свяжусь. Всего лишь 100 надо найти. О, классно. Крутая планета какая-то, золотая. Фтория здесь нет этого. Ну, не фосфор, как он там называется. Бу-бу-бу. Давай, мне туда надо. Мы нашли корабль, потерпевший крушение. Ну, понятное дело, что корабль нашли. Кабанчик нас штурмом пытался взять. Эх. Ну, деньги лишними никогда не бывают. Может, когда-нибудь я найду, где этот вторик будет найти. Правда, я до сих пор еще не знаю, как по мишам попасть на обед, ну да ладно. Давай, где тут еще ресурсы, вон не вижу. А эти кораллы ломать можно? Нельзя, ладно. Крабик, я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь. Хорошо, хорошо.
пати. Сколько я там выкачал? Почти все. Классно. Тот чувак полетел вниз, я до него должен докопаться. Ну еще гляну вот эту планетку. Я забыл, что еще мне что-то на F найти надо. Офигеть денег. Франции. Он не он. На всякий случай соберу. Возможно, он. Франция должен быть желтым. Где Франция? Франция, да. Это ж какие-то планеты прям радужные, или как там называют нас. Не ту, не тот. Не тот Франции. Мне нужно еще 30-ка, в принципе. Франции, классно. Еще Франции, но Франции здесь капец мало. Дайте мне Франции, я спаду тебя. По идее, когда я наберу стал Франции, я смогу сделать аванпосты, да, если я правильно понял? Угу. Жалко, нельзя просто прилететь, нажать одну кнопку, и он все собрал. Типа, если хочешь исследовать, то вылази. Франции, Магнит, Нептун. Ладно, 4 Франции не так много. Он как раз мне Франции и нужен был. Блин, ну часть уже продать надо. Эй, чувак, ты где там? Утекал, что ли? Походу, утекал. Утекай. Фразер. Франция тоже есть. Погнали. Мне, в принципе, вообще плевать на это все. Урани. Да мне Франция только нужна. И неопознанное строение, которое без понятия где. Стой туда, не взлети. Вон там. По пути. Франции взяли, еще 5 надо где-то. Что это такое? Капитан, это некий древний контейнер. Внутри был всего один предмет. Мы отправили его на корабль. Пугающая книга. Франция, не Франция. Ура. Мне бы Франция немножечко. Но это Плутоний, стоп. Нет, Франции, все. В общем, я разочарован. Я больше ждал от этого. Далекой планеты, так скажем. Система, я не знаю, что это. Франции, Франции, Франции. На F ничего нет. Что-то мне говорили, набери 100 Франции. И мы сможем создать такое. Наверное, каждый 100 Франции я могу создавать и колонизировать. Давай, разгоняйся, мы просто на ходу долетим. Франция, Франция, Франция есть. Он, то есть, не настолько редкий, как мне кажется. О, еще надо один найти. Ай, но это не Франция. Серебро. Я просто хочу узнать, для чего я создал свой гипердвигатель и что? Что это мне даст? Я просто должен знать. Ух ты, это тоже блестящая планета. Наполовину. Опа-эба. Самари. Про Самарий.
Где еще 3-4 Франции? Давай, газуй, 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 газуй. Я что-то не вижу его. Это вот это, нитрито... Гейзерберга, господи. И вон Франция последний. Сейчас все возьмем. Что мне нужен Франция. В основном я здесь только ради Франции. Давай. Хотя, возможно, это не Франция, там какое-то другое слово было. Повторить еще что-нибудь. Ну, давайте эту мелку глянем и пойдем дальше. Франции 3. Не стоит того, ладно. Куда я могу отсюда еще ломануться? Полетели сюда. Крюгера. 60А. И нас опять заберут Тайван и отвезут назад куда-нибудь. Как я мог про тебя забыть? Я думал, все, все обшарил. Нам надо будет часть продать не нужно, потому что... У меня уже груз забитый полностью. О, вот чей-то корабль разбитый. А че, делать нечего, сейчас сядем. Правда, прям в бурю, ну да ладно. Все равно скоро на землю полетим, все восстановим. Так, мы нашли корабль. Да-да-да, все, теперь давай сюда, раз мы тут не были. Топлива у нас не так много, но почему бы нет. Так, с пиратами мы разобрались. Он нам пригнал дофига кораблей. То есть сейчас надо первыми способами покоцать часть флота, чтобы набрать другую. Стыковочный шлюз, чтобы были свободны. Ну, либо перестроить наш корабль по-другому. А, мне еще к свободным Тайванам забраться надо. Да, заберемся. Разберемся, заберемся, все хорошо будет. Там где-то в журнале должно быть описано, где-то должно быть почитать, поизучать. Крюгер 60А1. Хаба. Что это у нас? Франции. Франции есть, полетели. Токсичная планета, опасная планета. Хаба. Франции. Ты тоже Франции? Дай мне Франции забрать тебя. Все, Франции 32, остальное плевать. Вообще хорошо, что я себе кораблики эти навтыкал, как только мог. Нету здесь ничего. Но я не буду все планеты обшаривать. Хотя, возможно, мне Франции не хватает, но посмотри, сколько хватает. Тор, формальдегиды. Я не помню, кто мне нужен. Твердые вещества. Франции 208. Ну, если он, тогда хорошо. Если не он, ну плохо. Ладно, полетели, пусть нас заберут. Давайте еще сюда заскочим. Альфа-Б, вдруг что-нибудь найдем. До кого-нибудь докопаемся, не знаю. Блин, я почему-то ожидал, что на краю карты будет более много интересных вещей, если честно. А может мне формальдегиды нужны были? Мне нужно было все на F. Ну, по крайней мере, на крайняк я продам половину. Я перелет думал в дрифт уйти красиво, но не вышло.
прикольная. А где объект? Что-то не вижу его. Как летает? Другая планета, да, скажете? Ну, корабль где-то. Все, здесь делать нечего. Все, полетели, пусть нас забирают тайваны. Давайте сюда просто полетим. Да-да-да. А что делать? Мне все равно куда-то выйти надо, чтобы меня забрали. Сверхразум обнаружил Брэдмауэр. Обошел Брэдмауэр. Ва-ва-ва, стойте. Стойте, а вы кто? Приветствовать. Так и знал, что найду тебя здесь. Ты Бидекс, который помог застрявшему кораблю на ростов на Проксиме Центавра. Да, это я. Тогда позволь выразить глубочайшую признательность. Пилот этого корабля мне дорог. По представлениям вашего вида, он мне брат. Он опоздал на нашу встречу, я думал, что больше его не увижу. Но он прилетел и рассказал о вашем поступке. Пожалуйста. Теперь он в надежной компании и продолжит путь на внешний рукав. Вашему флоту не хватает более мощного корабля. Возьмите меня, Бидекс. Взяли бы, но нет места. Тогда я буду здесь, пока не сможете принять меня в свой флот. Все. Тайван, и вы не вы. We ran out of fuel, Captain. Да, Тайван. Привет, ребятки! Сейчас они нам будут истории, да, рассказывать. Разные истории. Только чего они нам расскажут? Да ничего. Seeing as we have seen all of your shows, you are the captain. Slowly unzipped. Все, они вот нам историю рассказали, и мы заново на планете Земля, где тут толпятся все. Сейчас мы залетим туда. И посмотрим, куда можно еще ломануться. Я потому что не планировал лететь так далеко, но думаю, раз все равно с этого началось, чтобы не забыть. А что они сконвоируют, да? Интересно, у них топливо почему не кончается? Может, мне тоже всякие запасные баки поставить? С возвращением, капитан. У вас есть гиперлюд? Отлично. Франция, да, у вас есть тренинг сражаться? Без него мы ничего не сможем сделать. Мы все собрали командир, гипердвигатель и 100 Франция. Отличная работа. Не стану скрывать, колонисты немного пугают перспективу отправиться на встречу неизвестному, но ваш успех вселил в их сердца определенную надежду. К тому же, думаю, мы сможем перепроектировать вашу находку и построить гипердвигатель поменьше. Не удивляйтесь, если я в следующий раз... увидите верфь и крейсеры, которые присоединятся к вашему флоту. Спасибо, капитан. Вот еще. Надо верфь посетить. Ну-ка. Вот, допустим, тебя удалить. Нанять. О, сколько у меня их. Обалдеть, слушайте. Чё-то дофига их тут. Ай-яй-яй-яй-яй. 10 очков. Ну, давайте я возьму. Понятненько. Все, торговать, все остальное можно продать. Продать все полностью. Не знаю, зачем мне это. Сраженный глаз. Давайте что еще найдем. Старый топливный бак не нужен. Ракеты всякие, резаки. Назад. Черт, я что-то продал, ладно. Назад. Да нет, назад. Так, ладно, что у меня есть? О, позволяет собирать детали. Нет, а что ты сюда находил? Не здесь, да? Двигатель пока самый мощный.
топливо пока самое мощное. Это... О, плюс 50, а у меня скорость боя плюс 100. Двигатель предтеч. Он лучше. Вот не зря нашел, покупать не буду. Так, это что у нас? У меня 8 штук, мне на что-то их тратить надо. Те, кто не дает посадка, автокоординатор. На второй все уровень, это первый, да? Давай второй поставим. Уже на корабле. Ну-ка. На второй, да. Сейчас. Все вот эти надо заменить на вторые. Это точно. Все, и денег нет. А теперь вот торговать все первые, продать. Он что, только один? Что за лажа? Ладно. Что-то можно было поставить какой-то ускоритель. Уже на корабле. Ладно, это мы пока поулучшали, остальное я пока не вижу смысла улучшать, потому что я не знаю, что надо. Остальное вот это мы посмотрим чуть позже. Что-нибудь еще, капитан? Да нет, в принципе. Да-да-да. Так, карта задачи. Страны подсказывают. Учите странные указатели, ведущие в систему Бет-Лаворены. Я ж там был. Бет-Бет-Та. Лаворена. Ну вот, я тут все же изучил. Изучить странные подсказки. Я там все обшарил, что мне там изучать? Знаете, нет. Освободите место в своем флоте и верните корабль на Растом, чтобы присоединиться его к флоту. Ага. Достаньте данные о культуре Трандал на Бет-Лаворен. Я же это сделал. Доставьте данные о культуре свободным Трандалом на Бет-Лаворен. Все понял. Но первым делом мы жахаем сюда. И трандалы сидят на Бет-Лаворене. Все понял. И флот у меня, оказывается, дофига. То есть можно его сейчас покотать, а потом на любой звездной станции опять его пополнить. А я что-то сейчас забыл про это. Six-Fuel, welcome back. Бет-Лаворена. А блин, я же в Бет улетел. Почему он выходит, когда я не хочу? Они должны будут излечить меня от вируса. С кем поговорить? С тобой? You
и вернулись оболочки. Прошу прощения. Подождите, вы тоже тот же свободный трандал, что и раньше? На самом деле я. Свободных стало совсем немного, и мы договорились направлять всю связь с другими существами в этой системе через меня. Вырвавшись из жестоких лагерей вверх разума, мы не забыли о технологиях, только о кошмаре. Мы кое-что узнали о вашей культуре. Правда? Мы вам так обязаны. Дайте нам посмотреть. Вы отправляете данные о культуре трандалов, которые получили на их старой родине. Чем-то похож на этого серого посредника, да? Поразительно. Мы даже не смели надеяться на такое. Наша история, наши книги, наши программы. Самое интересное, благородный человек, это то, что мы совсем не были богатыми аристократами. Мы были жестокими быть. Потрясающе. Это объясняет, почему наши челюсти похожи на челюсти. Тем не менее, мы благодарны вам за это. Как и было обещано, мы покажем вам, как отключить систему сверхразумного, захватившего вас корабль. Подождите минутку. Ну вот, все. Наслаждайтесь свободой, люди. Знайте, что в этой системе вам будет всегда рады. Но на случай, если вы хотите, чтобы вам были рады еще больше, у нас есть одно поручение. Всегда есть что-то еще? Не всегда. Но в этот раз, да, вроде того. Нам нужна ваша помощь в освобождении трандалов от всех разума. Не все трандалы могут избавиться от него, гнева мгновенно, но, используя зонд сверхразум, мы нашли нескольких, кто уже близок. Отправляйтесь в систему Иоты Рыси. Капы Рыси. In each system, you will find an overmind vessel on the verge of breaking free. Передайте им этот секретный красный код. Если они хотят быть свободны, то скоро покинут систему вместе с нами. Если же нет, вам придется иметь дело с серьезным разумом. Заранее приносим извинения. Так, что за задание вы хотите дать? Расскажите нам о себе. Мы просто пойдем. Пожалуйста, простите. Добрый путь, друзья. Мне что-то написали тут? А, вот написали, да, можно. Так, давайте. Иота Рыси. Да. А далеко отовсюду. Ну, погнали. Свободные трандалы. Йо-то рысь. На-н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 а. Хорошо летим. Хотя мне, я не знаю, по факту больше ничего не нужно. Выполнить квесты только. Разобраться с фамиштами, найти еще кого-то там. Йота Рыси. Ну, это же она. Так. Сейчас докопаемся до них. Банзай! Hello. Здравствуйте. А вы не хотите сбежать от сверхразума? Я сверхразум, я не могу сбежать от себя. Поделить на ноль и так далее. А что, если мы скажем «Красный флакон»? Вы это сделали, вы пытались убить меня. Меня хватило ума не попасть на такую удочку. Но это не отменяет тот факт, что вы только что пытались меня убить. Сейчас вы умрете. Ну, давай. Да, блин, это долгий бой будет, да? Надо же, я даже попал куда-то. Черт. Банзай! Йота Рыси. Ну, по факту нам здесь больше ничего не нужно. Только ресурсики летать, собирать.
Свободные трандалы, блин. Если есть что по пути, берем, нет, ну. Ладно. Зачем оно нам? Сдалось, да? А корабль. Found a wrecked ship, Captain. We'll see if we can get this thing. Да, получится. И что, у меня йота рыси уже теперь есть или надо прям всех проверить? Ну ладно, проверим всех. Hello. Здравствуй. I am over my... Красный глаз. Ого, сработало. Мы свободны, правда же? Как говорить тяжело. Вам нужно сейчас же отправлять в систему бета Лаварена. Там же вы найдете друзей. Я это сделаю. Извините, мы это сделаем. Привет. Здравствуй. Вы это сделали, вы пытались меня, да. Не знаю, давай попробуем. Пикси вот этот нам нужен. Давайте вот эти попробуем. Забавно, легкий враг. Казуй, давай, может, этого хотя спасем. Hello, да, давай, да. You did it. I am, but that you. Ну, давайте и тайбанами попробуем. Черт. Ну так радуется. Бороться. Ну ладно, теперь пора по-серьезному прийти к вопросу. Тряпка. Да еще там. Бороться, конечно. Ой-ой, больно было, больно. Как же я попадаю во все эти. Фига себе. Подорвал. Собака хорошо бьет. Не смог, ладно, кто там еще дальше у нас кизился? Че у нас? Капарыси. Капарыси. Капарыси, ну и слово, да? По крайней мере, с последнего. И Альфа Пиарок. Привет! Что вы хотите, что мы вам ничего не сделали? Пока. Кто вы? Это интересно. Вы первые за очень долгое время, кому на нас не наплевать. Мы собиратели. Нам нравится. Но нас особо никто не преследует. Нет, но почему? Нам нужны союзники и помощь в борьбе со скравами. Вы? Мы не вступаем в союзы, но оказываем помощи. Мы тихие и проворные. Мы выживаем. Рекомендую. Что вы собираете? В рукаве полно кораблей. Многие из них друг друга не жалуют. А скрайвы очень их не любят. Но корабли скрайвы на кораблях скрайвы большие лазеры. Это вы, ребятишки. Ага. Их-то мы и берем в оборот, ребятишки. Мы просто пойдем. Конечно. Какая связь. Ну ладно. Странный диалог был, но хорошо. Обалдеть, что здесь происходит. Ты кто еще? Отдайте корабль, приготовьтесь привезти остаток дней на галерах.
такие условия вполне разумные. А, ну это хорошо. Другой раз. Жалко, потому что теперь мы будем обстреливать вас. Тогда умрите, да? Ну-ка, давай попробуем. Вот этот кораблик. Ай, обалдеть. Не разгоняйся сильно. Просто лети за ними. Прибейся к ним сзади, давай. О, это минмаки. Какие же они бесполезные. Хотя, мне кажется, я зря, да, расфигачил корабль минмак. Хорошо вам досталось, да, ребята? Что вам еще надо, а? В эти маленьких обители все можно, да? Тваре. А че за тут много-то? Маки. Что за съезд-то, ребята? Мошенник Минмака, транспортник Минмака. Вы кто? Собиратели Верези. Почему это рыси? Капа рыси было же. Че они тут все толпились? Не понял. Стойте, капа рыси было. Альфа рыси. Это рыси. Я ж капа набрал. Кап. Ба. Вот капа рыси. Не долетел. Забавно. А, нас перехватили другие. Тут какой-то съезд просто был. Стой, стой, стой. Что это такое было? Вот это что за кораблик? В альфа рыси. Меня больше интересует, что это. Обалдеть, что ты такое? С тобой надо воевать? Привет. Кормите нас. У вас есть сублимированный рацион? Вы любите утиный порошок? Гадость какая. В атаку! Давай посмотрим, что это такое вообще. Мы заново наберем флот. А, это бактерии. Ну хорошо, давайте жахнем по основным флотам по ним. Вай-вай. Думали, что вам все сойдет? Жалкие бактерии. Что-то прям большое у них тут. Не долетел, да? Кормите вас. Ай-яй. Что же вы такие живучие-то? Нять, блин, он разбивается в них. 150 всего лишь-то. Альфа-рыси. Я думал, этот торгаш какой-то будет. Стой.
1200, отстой. Блестит, конечно, но толк от них. Чё у вас тут? Неопознанный объект. Сзади он кораблик, да походу выпишь. Мы нашли корабль Минмаков. Не знаю, что с ним случилось, повреждение от оружия не видно. Но это же Минмаки, наверняка делал какой-нибудь глупости. А в трюмах у них мало всякой всячины, не стоит за это переживать. Ну ладно, уходим. Все, мне нужна теперь капа, капа рыси. Сюда полетели. А космос не такой уж одинокий, как кажется. Давайте, трандалы, вперед! Трандалы, я за независимость вашу. О, опять вы. Давайте сразу же беглый огонь сразу учу. Чем я с вами разбираться-то? Ай-яй-яй. Больно было. Почему ракета разбивается, а не взрывается? Бэм. Блин, надо самонаводящую ставить. Это не настолько крутая, как кажется. Мне кажется, все-таки вот эту... надо переделать. Либо под лазер какой-нибудь. Либо еще починить. Так. А вас тут много. Минмаки. Вот трандалы. Стойте. Занесло. Трандалы. Стойте. Hello. I am over my... Oh, it worked. We words. Да. I'm sorry. Да, понял, давайте. Hello. I am over my... You... I am but the you. Транспортник. Кормовая мина. Основная инфекция. Я даже не знаю, что такое дополнительная эпидемия. Щит. Понятно. Тряпка. Мне ж флот надо было чистить. Жесть. Проблема вот в этом, да? Вся постреляй. Конечно, это хорошая вещь, но нужно что-то другое. Не все тут так охотятся за мной. Может взять самонаводящуюся ракету. Во-во-во. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Да, тактика не самая лучшая. Все, задачи какие у нас тут? Все, вот это уже будет в следующей серии. Ну что же, давайте на этом закончим. Всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.